Не хочет показаться. Хорошая, хорошая. Опа-па. А у нас там еще одна подошла. Только она уже крупнее гораздо. Вот это да. Всем привет! Вы на рыбалке с Демидой. Сегодня решил выйти на озеро опять. Так как выходной, надо идти. Но правда сегодня ветер очень сильный и боковой. Рабочие точки неудобно будет ловить, будет дуга и шнура выдаваться из-за ветра. Поэтому будем сегодня пробовать такие места, где затишье хоть небольшое есть. Взял сегодня с собой резину. Вы ее уже видели. Буду экспериментировать с цветами. Сегодня пасмурно, солнца не будет и нету. Поэтому посмотрим, какой цвет подойдет для щуки. Я надеюсь, мы подберем правильный цвет. И у нас что-то будет сегодня. Ну а пока будем ловить. Вот и первая щука у нас. Хорошая. В деревья идет. Не хочет показаться. Хорошая, хорошая. Так, главное, чтобы флюрик не перекусило. Ай ты, ё-моё, иди сюда, иди сюда. Все, в домике. Отлично, отлично. Сейчас будем ее цеплять. Ну все, щуку мы отпустили. Спасибо ей. С этой точки я как-то взял щуку на 4800 и взял опять же на резину, которая сегодня сработала. Я думаю, сейчас пару раз кину воблера здесь и попробую поставить резину. Поставлю я вот такую вот резину, не помню производителя, но играет она красиво. Правда, на двух тройных, ну, двойнике стоит она, резина эта, траву будет цеплять. Ну, в этом месте вроде не так уж сильно много, она есть, но на самом дне. Солнышко пытается вылезти. Вы видели? Я думал, это была трава.
Откусила хвост. Вот это поворот. Ладно, поставим другую. Ну что, поставил эту, но только она у меня порвана немножко. Я ее забыл заклеить. Вроде на игру сильно не влияет это. Видели, воблер кидал, ни удара, ничего. Вот поставил резину. И вот с первого же заброса откусила хвост. Ну не знаю, что почему так. Может, цвет воблера не подошел. Кто его знает. Хвост на месте. Ну что, щука поела, наверное, резина и все. Больше не будет брать. Все равно пойдем сейчас на другое место уже. Здесь ветер сильнее уже у нас. Он какую дугу выдает. Здесь уже воблер так хорошо не летит, как резина. Есть. Жабры. Я надеюсь, она не пострадает. Иди сюда. Ну, вон какая. Спасибо ей. Будем отпускать. Все, спасибо. Ушла спокойно. Чуть больше воблера, блин, взяла такая. Только что в этом месте выходила щука, опять сопровождала резинку до самых ног, но не взяла, блин. Ладно, подойду сюда попозже. Может, возьмет еще. Ага. Yeah. But I try pike fishing. Pike? Yeah. Here? No. What the fuck? Pike fishing here? Yeah. How big though? Small or? Last time 4 or 5 kilo. Really? Yeah. Where are you from, buddy? Latvia. Latvia? Yeah. Valdez? Yeah, exactly. From Latvia as well? Yeah. It's from Latvia? Which part? Riga or? No, Ventspils. Ventspils? Yeah. Okay. You here now? Yeah. Nice to meet you. Take care. Thank you, sir. Надеюсь, видели. Но это небольшая у нас. О. Будем отцеплять. Тише, тише, тише. А иди сюда. Все, в домике. О, отцепилась.
килограммчик, наверное. Не будем руки пачкать. Давай, иди. Все, спасибо. Неплохо. Все-таки вот этот цвет разловили. Возле самых ног опять взяла. Видел, что-то вум, догнал и на.